За окном минус, но согреться в квартирах не получается. Жители микрорайона Биробиджан-2 жалуются на низкие температуры в помещениях. В нескольких домах на юбилейной, по словам собственников, прохладные батареи на верхних этажах и в угловых квартирах. За помощью обратились в надзорное ведомство. Сотрудники прокуратуры инициировали проверку. На место выехали также представители мэрии города, управляющей компании коммунального предприятия «Облэнергоремонт-плюс». Осмотрели жилые помещения и подвалы. Использовали специальное оборудование. Установлена температура теплоносителя на обратном трубопроводе не соответствует норме. В квартирах отметка достигла 18-20 градусов. Прокуратура города по обращениям граждан и в целом в результате мониторинга состояния законности организовано проведение надзорных мероприятий по поводу ненадлежащих температурного режима в жилых помещениях граждан. Данная проверка в настоящий момент проводится, мероприятия находятся на контроле.